В США нашли новый способ, как заставить людей слушать рекламу. Одна из американских компаний изобрела писсуар, который может разговаривать. Только субъект начинает им пользоваться, включается аудиозапись с рекламными объявлениями. Отойти от болтливой сантехники почти невозможно. Так 15-20 секунд внимания целевой аудитории гарантированы. Такие устройства уже установлены в туалете одного из баров Нью-Йорка. На мой взгляд, отличная находка, особенно в преддверии парламентских выборов в Украине. Вы только представьте себе. Під сильним та стабільним керівництвом Віктора Януковича та партії регіонів Україна рухається вперед. Захистіть своє майбутнє. Что это? Очередное модное новшество от политтехнологов или просто свежая струя в предвыборной гонке? Трудно дать однозначный ответ. Но то, что довольными останутся и те, и другие, это однозначно.